Центральное отделение Укрбизнесбанка находится на улице Артема. Около полудня к нему подъехали на машине 5 человек. У них были автоматы, рассказывает Сергей Аксенюк. К данному автомобилю подошли граждане Народной Донецкой Республики, после чего попросили их представиться. Те отказались, они попросили их выйти с автомобиля, сдать оружие. Соответственно, люди, которые находились в автомобиле, отказались это сделать. После чего данные люди были обезоружены. По словам представителей народного ополчения Донбасса, защищать банк они шли с дубинками. Оружие неизвестные сдали после переговоров, говорит Александр Кишинец. Они говорили, что мы приехали обеспечивать порядок и помочь людям, которые должны были провести обыск, якобы обыск в этом банке. Оружие пойдет для победы нашей революции. Сами захватчики о цели своего визита говорить не стали, утверждают они, сотрудники милиции. Не, мы не правый сектор. Нацгвардия? Нет, милиционеры. Как сообщили в пресс-службе донецкой милиции, задержанные активистами люди не являются сотрудниками правоохранительных органов. Их личности установили и отпустили. Кто они, силовики не сообщают. Игорь Тарасевич, Евгений Красюков, Панорама.